В Братске в следующем году может появиться муниципальный дорожный фонд. Формироваться он будет из акцизов на нефтепродукты. По предварительным расчетам, Братску достанется всего 22 миллиона. Это крайне маленькая сумма, говорят специалисты. К тому же, пока неизвестно, останется ли финансирование из областного дорожного фонда. Однако на помощь рассчитывают. Кстати, изменения не повлияют на повышение цены на бензин.